Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и у нас сегодня реакция на Виталия Орехова «Типичный грибник». Погнали посмотрим! Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, у неё просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Ух, по грибы, по ягоды. А я любил чернику собирать, хавать. О, нашел! Чё, салага, собрал чё? О, не густо. Салага. Бать, ну мы ж 2 минуты назад приехали. 2 минуты? Ну? Ты чё получается, по корзине в минуту? Я не понимал, я тоже не понимал, как реально... У меня дед умел собирать грибы, он невероятно быстро их собирал, у него... Корзина за корзиной. Я не видел ни одного гриба. Может быть, потому что я постоянно ягоды хавал или собирал ягоды чаще. Я не понимал, откуда он эти грибы достает, блин. Я ни одного гриба практически не видел, кроме погана каких-нибудь. Это реально матерые просто. Что-то я хватку потерял. Зрение плохое, что ли? Грибник-выживальщик. Червивый, сука! Червивый. Червивый попался. Гриб, он же разный бывает. Один тебя накормит, другой кино покажет. Мудрости тихой охоты. Это, грусть. А это что? Это сыроежка. Бать, это же лисичка. Лисичка. Ложная. Выброс. Ложная лисичка. Не выбрасывай. Я такие... Не выбрасывай, я такие собираю. И собираю. Кому ядовитое, кому лечебное. Оу. Ты чё? А давай прям здесь. Мы же за грибами. Ничего, успеем. Вот это грибное место. Алло, скинь геолокацию грибного места. Функция антиклещ. Прямо 10 метров. Через 5 метров за деревом поверните направо. Грусть, съедобный гриб родом личник, семейство сыроежковые. Всем привет, сходил по грибы, нашел грусть и пропала грусть. Так, выложи сториз, хэштег лес, грибы. А ну пошли на отсюда! А что это? Сказал мое место, значит мое. И грибы что ли все ваши? И грибы мои, 30 лет здесь грибы собираю. Ладно, ладно, дайте хоть машину заберем. А. Битва за грибы. Помогите! Помогите! Нет! Пожалуйста, нет! Нет! Грибной маньяк. И все? О! Чё, закладку ищем? Нет, грибы собираем. Ну-ну. Попадос. Хорошо. Вау.
Какого? Какого? Сержант, ты тут? Хера тебя сопят торкануло, а? Борь, а ты не знаешь, зачем эти мудилы конфеты в землю закапывают? Борь, ну чё, там есть чё? Охота на трюфели. А это мухоморы. Поле чудес. Что за... О! Да дачу строю. Чуть не рассчитал. Не хватило маленько денег. 5 лямов. Привет! А это кто? О! Чтобы ваша стройка не превратилась в долгострой, нужно быть подкованным и осведомленным в строительстве. А для этого нужно быть профессионалом в этой сфере, либо иметь друга, который в этом разбирается. Этим другом является Александр Дубовенко с канала Гудвуд. А ну-ка иди отсюда! Момент! Сейчас я канала, все объясню. Я понял. Если вас интересуют современные тенденции в строительстве как в России, так и за рубежом, если вам интересны интервью с известными бизнесменами и как построить дом в Америке, в Канаде, в Норвегии так, или в Финляндии... Так, я хочу ближе к делу. Спасибо. О, молодые люди, грибочки, не грибы по 500 рублей, что? Погодите, 500 рублей всего. Молодые люди, молодые люди. Ну давайте за 400. Слушай, эти коммерсанты задолбали. Ладно, уговорили. Давайте за 200. Грибной бизнесмен. Меня спросили, оно мне... Это жиза. Маманя у меня так бесилась, так злилась с этих грибов, когда просто все в этих грибах. Это классика, это классика. Мы пособирали грибов, маманя, бабушка, прабабушка сидели с этими грибами и так громко злились просто на всю эту кухню. Еще и нас посадили помогать. Грибов было, помню, реально куча. Не надо вообще все. Сделала, блин, маникюр за 3000. Все нормальные люди, блин, на выходные в сауне водку жрут, а они, блин, поперлись с тем семейством в этот лес дебильный. Злая мамка. На. Тварь. Ну, мам. Чтоб тебя медведь отпустил. Два груздя тебе в жопу. На еще баклажан. Куда? Туда же. Как дела? Посмотри, чищу в тазике грибы. 3 на шее, 7 под жопой, мне 2 раза 43. Ой, ну чё, молодец какой, принёс. Ну-ка иди сюда, поцелуй. Ой, хороший бабушкин. Подберёзовички принёс, молодец. Сейчас я тебя нажарю, тут разгребу маленько. Разберусь тут, полчасика делов. Сейчас я быстренько. Добрая бабушка. Ну, а кто-то да просто где, покупает. Где, грибы собираю, где же ещё? Да-да-да, через 15 минут буду. Занятой грибник. Пишите в комментариях, какие еще грибники бывают, а также расскажите, какие смешные случаи бывали у вас с грибами. Ну и, конечно, жмите лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Функция туалетной бумаги. О! Такой функции нет, вытирай жопу сам. И вообще, ты меня уже заебал. Жопой в листья ныряй. Это что? Только я в него пержу. Это кресло. И пишем. Хуйня, я хрюкнул. Я один раз помню на каком-то скользком грибе, грибе, подскользнулся. Я не помню, как гриб назывался, но он реально был какой-то скользкий. Я так грохнулся задницей в листья, что капец. Походы в лес, они довольно-таки веселые. Только сейчас, по-моему, только приключения от клещей убегать постоянно. Поэтому давно уже в лес не хожу. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.